Всем привет! Сегодня мы снимаем обучалку на Kickless. Это вторая обучалка на канале. Если вам нравится такой формат обучалок, пишите в комментариях. Для того, чтобы научиться Kickless, вам нужно уметь две составляющие. Heel Whip и Hip Whip. Также желательно уметь Heel на Whip и два хила. Но это не обязательно. Если вы это умеете, то Kickless вы научитесь очень быстро. Чтобы научиться крутить Kickless, вам нужно крутить Heel Whip, поднять на Hip Whip и сделать Hip Whip. Потом стараться все дальше и дальше отводить, и тогда у вас получится полноценный Kickless, вот как показывает Саша. Чтобы исправить первую ошибку, вам нужно на плоскоче потренироваться крутить быстро Kickless и уметь его быстро возвращать. Для того, чтобы исправить эту ошибку, вам просто нужно быстрее закрутить Kickless. Со всей силы толкать ногой, либо задней, либо передней, в зависимости от того, как вам удобнее. Если вам понравилась обучалка, ставьте лайк и пишите в комментарии, на какой трюк сделать еще обучалку.